соревнованиях по служебному многоборью из года в год участвуют сильнейшие представители силовых структур, которые оказались в финале соревнований, опередив коллег на внутриведомственном этапе. Проявить себя участникам предстояло в трех видах спорта, побороться за победу в личном и командном зачетах. Организаторы мероприятия прогнозы на победителей не делают. Уж очень непредсказуемые результаты показывает практика многих лет. К подготовке к соревнованиям спортсмены подошли серьезно и ответственно. Итоги первого этапа стрельбы из стабильного оружия оказались весьма высокими. После данных соревнований будут проведены учебно-тренировочные сборы в каждом ведомстве. И мы готовимся принять в июне месяце чемпионат БФСО «Динамо» по служебному многоборью, который будет проходить именно на базе Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо». О том, насколько важны регулярные спортивные тренировки, отлично знают сотрудники МВД, а потому практикуют активные занятия. Рост служебной деятельности обязывает. Физическая подготовка – неотъемлемая часть их профессии. За годы работы в структуре спорт стал образом жизни. Физическая подготовка способствует улучшению качества службы. В вашей жизни спорт какое место занимает? В моей жизни, наверное, первое место занимает. С детства привык заниматься спортом. А какой любимый вид спорта? Можно сказать, это служебное многоборье, потому что разноплановый вид спорта, и бег, и стрельба, и плавание. То есть всестороннее развитие идет. Не остаёт мужчин и представительницы прекрасной половины. Девушки, выбравшие довольно непростую профессию, перед сложностями пасовать не привыкли. Соревновательный дух это так бодрит, и, скажем так, рутинная работа просто, она одна и та же все время у нас практически каждый день. А вот занятие спортом немножко отвлекает и в то же время настраивает дальше работать и соревноваться. Чемпионом Брестской областной оргструктуры БФСО «Динамо» по служебному многоборью в командном зачете в нынешнем году стала сборная Брестского областного управления Департамента охраны МВД. Второе место завоевала команда УВД Брестского облсполкома.